Антверпен стал соперником БК «Нижний Новгород» в 1/4 финала баскетбольной Лиги чемпионов. Бельгийский клуб проиграл в ответной встрече испанской «Мурсии» со счетом 78-77, но по сумме двух игр оказался впереди 145-152. В этом сезоне в рамках квалификации Лиги чемпионов нижегородцы дважды уступили Антверпену. 90-87 на выезде и 62-66 дома. И вот отличный шанс взять реванш. Первая игра 1/4 финала пройдет в Нижнем Новгороде 26 или 27 марта, дата уточняется. Смотрите трансляцию поединка на канале ННТВ. Ответный матч состоится в Бельгии 2 апреля. Напомним, БК Нижний Новгород стал первым в истории российским клубом, который сумел так далеко пройти в баскетбольной Лиге чемпионов.